Выборы 18 марта 2018 года на территории городского округа признаны состоявшимися, заявила председатель территориальной избирательной комиссии города Мытищи Наталья Тер-Григорян. Она обнародовала последние окончательные цифры и поделилась с журналистами подробностями произошедшего в день голосования. Общая численность избирателей, включенных в списки избирателей, составила 194 502 человека. Численность избирателей, пришедших на избирательных участки, 119 070 человек, или 61,22%. Это явка избирателей, которые у нас на территории городского округа Мытищи. По кандидатам голоса распределились следующим образом. Бабурин Сергей Николаевич, 979 голосов, или 0,82%. Грудинин Павел Николаевич, 14 874 голоса, или 12,49%. Жириновский Владимир Вольфович, 6365 голосов, или 5,35%. Путин Владимир Владимирович, 86 319 голосов, или 72,5%. Собчак Ксения Анатольевна, 3729 голосов, или 3,13%. Сурайкин Максим Александрович, 890 голосов, или 0,75%. Титов Борис Юрьевич, 1669 голосов, или 1,4%. И Явлинский Григорий Алексеевич, 2437 голосов, или 2,5%. Вот таким образом распределились голоса наших уважаемых избирателей. За процессом голосования следили как активисты, аккредитованные на том или ином участке, так и интернет-пользователи с помощью портала «Нашвыбор.рф». С этого года не только установлено видеонаблюдение на избирательных участках, но и расширился круг наблюдателей. У нас на территории городского округа Мытищи присутствовал два наблюдателя из ОБСЕ. Это представители Польши и Словении. Они присутствовали с момента начала избирательного процесса до момента окончания. Получили копию итогового протокола и тоже сказали, что выборы очень чистые, прозрачные. И им все очень понравилось, в том числе и организация работы, и оборудование на избирательных участках. Кроме того, присутствовали наблюдатели из общественных палат, наблюдатели от различных партий кандидатов. Особых жалоб и претензий к работе участковых избирательных комиссий к нам не поступало. Наталья Тер-Григорян не единожды отметила, что на всех площадках для голосования царила праздничная атмосфера, нарушений зафиксировано не было. Председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Анатольевна Коновалова, которая, кстати, также голосовала у нас на избирательном участке в школе номер 31, отметила работу всех наших территориальных избирательных комиссий с очень положительной стороны и практически признала работу комиссии городского округа Мытищи отличной. Напомню, в минувшее воскресенье на территории городского округа Мытищи работали 116 избирательных участков. 110 из них были оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней. На 6 использовались протоколы с машиночитаемым кодом. Это позволило членам территориальной избирательной комиссии города Мытищи быстро внести итоги голосования в государственную автоматизированную систему «Выборы». Большинство проголосовавших мытищинцев, как и россиян, выразили доверие действующему президенту страны Владимиру Путину.